утро, наши большие и маленькие телезрители. Здорово, Санек. Здорово, Капа. Ногу подвернул? Да не подвернул. Вызвать врача, может? Не надо никаких врачей. Я подумал, что вот в карате нужна растяжка наверняка. Фу, ты меня напугал. Конечно, растяжка. Привет, привет, ребята. И что это ты вот это растягивался? Ну, я как бы все равно все мышцы нужно размять. Ну, конечно, я тут ничего не понимаю в каратеке, у кусинкай. Не, ну начало положено. Начало положено. Интерес проявил. Молодец. Вот. Яна Лапина, сенсей, третий дан, аккредитованный тренер по карате Кио Кусинкай у нас сегодня в гостях со своими учениками. Там призер, чемпионы Европы. Да вот знаю. Ос! Ос! Здрасте, друзья. Привет, привет. Здравствуйте. Так, ну смотри, Ян, пожалуйста, расскажи нам, нужна ли, важна ли растяжка в карате? Нужно ли садиться на шпагат? Ну а как? Конечно, надо. Но мы же не занимаемся художественной гимнастикой. Поняла. Мы не балет, не занимаемся. Поэтому нам важна больше суставная гимнастика, чтобы наш таз работал. Да, вообще растяжка – это генетически заложенный элемент. То есть кто идет в гимнастику, тот проходит отбор. Там не берут тех, кто уже видит, что если со шпагатами дружат. Вот. Но его можно развить в течение жизни, но чем ты старше становишься, тем сложнее это сделать. Филипп, продемонстрируй, пожалуйста, шпагат. Ос! Ос! Значит, дети более пластичные и гибче, соответственно... Опа, ты посмотри, как это... Как... Это называется прям шпагат, да. Как же КВД. Отрицательный шпагат нам не очень нужен, потому что... не очень необходим, потому что мы вверху, мы должны зафиксировать удар. Но если будет отрицательный шпагат, нога будет просто, ну... Болтаться. То есть нам вот такой шпагат прям самое то. Отпустите Филиппа. Нет, суставная гимнастика, Филипп, Кентас. Кентас, суставная гимнастика. Эйч. Суставная гимнастика с тем в том, чтобы, да, чтобы мы тазобедренный сустав разрабатывали. И ТТ, ОС, Филипп, спасибо. И при правильном выносе удара бедра, удар достигнет точки вершины, которая нам надо. То есть правильная техника плюс разработанный тазобедренный сустав дают эффект, который позволяет попасть ногой, например, в голову. Ага. Вот. Ну, Филипп Орел. Да, наша вообще как бы и силовыми мы занимаемся. Силовые у нас в основном это своим весом у детей, да, это отжимания, например. Ага. Сейчас Станислав Ос покажет отжимания. Отжимания тоже имеют свою технику. Почему на кулаках? Потому что мы деремся кулаками. Понял. Это выделяют. Казанки. Казанки. Ос, да. Ос, Стас, спасибо. Ну, Стас немножко неправильно формирует. Нужно отжиматься на двух передних, стараться на казанках. Вот здесь вот все силы удара. То есть мы бьем не всем кулаком, именно формируем правильно. Я помню, как в прошлый раз хотели меня заставить разбить. Да, и, кстати, тамашивари мы тоже делаем. Ну, у нас там все части тела на тамашивари. Мы потом поговорим об этом отдельно. Что еще? Какие силовые еще есть? Что, отжимания? Вот. Силовые добавляем и железом, но это когда уже дети более старшие на турнир готовятся. Именно были. Да, детям вот, например, возраста Филиппа, им достаточно своим весом работать. Это бег, кардио, всякие ОФПшки, своим весом, отжимания, приседания. Это самая лучшая база, чтобы сохранить позвоночник на месте и развить, в принципе, костную мышечную систему. Класс! Ну, это правильное дело. Конечно. Ну-ка, выпрямись, выпрямись. Формируй тело с молоду. Во. Ос! Ос! Пока-пока. Пока.